Камельчанка написала жалобу на коллегу, которая на больничном постила фотки из кафе и магазинов. «Это возмущает весь отдел», – аргументировала она. Но жалобе ходу не дали. В поликлинике пояснили, что заявить о нарушении больничного режима за посещение кафе врачи не имеют права. По правилам, нарушением считается только неявка на плановый визит ко врачу и выезд за границу во время больничного.